Всем привет, мои дорогие зрители и гости канала. Как всегда, очень-очень рада видеть вас в гостях у себя. Заранее хочу поблагодарить всех, кто писал комментарии, ставил лайки. Мне это очень-очень приятно. Это важно для моего канала, для продвижения. Ну и, конечно, это мотивирует меня на съемки дальнейшие, чтобы показывать вам что-то интересненькое, новенькое и актуальное. Ну что, а сегодня давайте снова отправимся в магазин «Фамилию». Я уже собралась. Сейчас начались уже скидки по вот таким вот блокнотикам, да, ну, таким буклетикам. Вот тут были такие вот, ну, нужно было необходимо пособирать вот такие вот фишечки. Ну, я думаю, все знают, кто ходил. Вот я, конечно, как главный шопоголик «Фамилии», мне кажется, все накопила, и теперь здесь скидка целый месяц. У меня есть возможность получить скидку в 20%. Конечно, это замечательная скидка. Ну, что тут говорить, это, конечно, здорово и классно. Так что будем искать, будем охотиться на что-то интересненькое, на что-то новенькое. Знаю, что сейчас начали завозить уже новую коллекцию, какие-то еще остатки распродают, так что выгодно можно купить что-то очень интересное, там какие-то формы для выпекания или еще что-то, какой-то декор, много всего классного, так что не пропустите, заходите сейчас в магазин «Фамилию», ну и, конечно, скоро уже начнутся какие-то новогодние выставлять вещи, ну это всегда в начале сезона и перед самым Новым годом это выгодно. Там где-то в декабре это не настолько выгодно, как это будет в ноябре. И уже после, в начале января, там вообще всегда гигантские скидки на новогодние товары. Ну, тут, наверное, это везде. Вот, ну, «Фамилия» вообще достигает 90% скидки. Например, сейчас в «Фамилии» 85-90% скидка на всю канцелярию. Так что, кому интересно, приедите скорее. Канцелярии много, всего осталось, так что можно очень выгодно что-то купить. Ну и давайте уже начинать, без лишней болтовни. Рада вас всех приветствовать и приятного просмотра. Ну что, давайте начнем. Первое, что я увидела, вот такие куколки-фигурки. Девчонки, я знаю, что такие бывают очень дорогие фигурки. Вот это вот девочки, по-моему, Бабл называется. В интернете они стоят очень дорого, по 7, 100, по 10 тысяч, по 6, по 5. Не знаю, оригинал это или нет, но сделано очаровательно, замечательно и, наверное, похоже на оригинал, во всяком случае. Вот такая интересная инсталляция, такая вот статуэтка интересная. В интернете нашла, сами видите, за 4500. Очень интересное лицо, мне кажется, смотреться будет замечательно. Ну, на любителя, конечно, но в интерьере, мне кажется, будет очень мило. Посмотрите вот эти шкатулочки. Нашла очень похожую этой же коллекции за 5000 рублей. Здесь всего-то 1099 рублей. Мне кажется, очень классная цена и как подарок будет замечательно. Качество отличное, это вам не фикс прайс. Вот такая вот классная ваза. В магазине нашла 1898 рублей, здесь 899. Очень увесистая, нелегкая, качественная, такая добротная, скажем так, ваза. А вот эта ваза мне просто безумно понравилась. Посмотрите, какая красота. На самом деле камера цвет не передала. Она такая изумрудная, яркая, красивая, очень благородный цвет. Мне безумно понравилась. Вот так, еще вот такая интересная вазочка на ножках, на подставке такой, тоже, знаете, ну, интересное, как бы, решение, но, наверное, единственное, что я вот эту подставку, может быть, как-то покрасила, какая-то она не очень обработанная, аккуратненькая. Вот, но есть еще вот такие вазы, да, что-то похожее было в фикс-прайсе, только маленькое, вот с таким рисунком, это большие, 599, компания H-Concept, кстати, очень классная компания, мне она очень нравится, но единственное, что в России практически нету ее, откуда они ее привозят, я не могу найти. А вот ее очень мало представлено в Москве, как минимум. Вот. Посмотрите, какую интересную колбу для выращивания, вообще она для выращивания каких-то растений, 1085 рублей я ее нашла, здесь стоит она 499, ну такая приличная скидка, и, кстати, очень классно смотрится. А вот эти вазы лица я вам уже показывала, ну, здесь привезли их очень много, ну, классные, они такие вообще замечательные.
Вот в фикс-прайсе, ну, качество совсем не алё. По сравнению с этими, девочки, очень здорово сделано. Присмотритесь, кому такие нравятся. Ну и обзорчиком вам покажу. Здесь вазочки, которые есть, они уже все практически в распродаже. Очень классные, качественные, замечательные. Так что посмотрите, кому интересно, приобретайте, приходите. А хотела вам сказать, что напишите мне в комментариях. Вот сейчас решила вам сделать наложение фотографии, те, что нашла в других магазинах, и сверху писать стоимость, потому что, говорят, не все видят, что там написано, понравилось вам, не понравилось, подходит вам так или не подходит, потому что хотелось бы, все-таки делаю я это для вас, чтобы вам было удобно. Вот, посмотрите, еще такой интересный молочник. Вообще, в последнее время фамилия радует молочниками, много их привозят, очень симпатичные, но он был со сколом. А вот второй здесь такой же, но целенький. 299 рублей, в других магазинах от 310, то есть подороже. Посмотрите, какую классную штучку я нашла, даже не знаю, но это на полчашечки, что ли. Здесь он стоит 199 рублей, этот котик-молочник, в интернете нашла. Подороже, от 303 рублей. Но очень миленький. Еще один молочник, посмотрите. Вот взяла, вроде бы удобно, очень классный, замечательный. Стоит совсем недорого, 149 рублей. А вот когда начала его ставить, пальчик-то у меня там и застрял. Так что тут надо думать. Вот такая интересная сахарница от компании Тайлер. Очень у них хорошая, качественная посуда. Здесь она стоит 499 рублей, в интернете от 700. Вообще, кто любит вот такие металлические, ну, металлическую посуду, присмотритесь к этой фирме. Она очень качественная. Еще вот такую малышку, такого вот малышку нашла. Симпатичненький. Ну, вот единственное, немножечко там дефект с краской был. Ну, в принципе, очень милый и симпатичный сливочник или молочник, наверное, больше сливочник. Посмотрите, какое я блюдо нашла. Боже мой, я просто вот просто обалдела. Но оно такое тяжелое, я не знаю, если туда положить еще что-то, вот 399 рублей оно стоит, что-то еще положить, мне кажется, это будет неподъемно. Но выглядит оно просто замечательно. А еще я увидела вот такое блюдо небольшое с такими невероятно красивыми цветочками, 359 рублей. Очень изящно смотрится, девочки, вот просто вообще невероятно классно. Маленький вот такой вот салатничек, фарфоровое блюдечко. Здесь оно стоит совсем дешево, в интернете их нашла от 450, так что тоже можно купить. Нашла еще маленькую форму для выпекания. Здесь 399 рублей, сами видите в аналогичных магазинах сколько. Хорошее, мне понравилось. А вот это вот, это аж концепт, блюдо для запекания, очень классное. Вы посмотрите, какое оно интересное, объемное. То есть можно запечь что угодно, прям на целую семью. 359 рублей всего, но это того стоит. Просто замечательное, я бы купила, если бы у меня их не было такое количество, такого количества больших форм для запекания. Вообще их тут, конечно, много форм. И вот мне очень понравилось. Посмотрите, какая интересная тоже форма для выпечки написана. Ну, просто невероятно классная. Такая милашная. 199 рублей. Не знаю, мне прям... Ну, была бы не одна. Ну, вот что же такое все время? А вот эту я купила себе. И, ну, она тоже была, к сожалению, одна. Но буду искать. Искать обязательно буду еще в других магазинах и куплю себе еще одну такую же. Очень классная, мне понравилась. Вот такая вот тоже миска для запекания. Лен Галери, так она и называется. Миска жаропрочная. 599 рублей. Нашла за 884 в другом магазине. С крышкой, мне кажется, очень удобно. Замечательная вещь. Посмотрите, какой невероятный чайник. Боже мой, я просто в него влюбилась. Если бы у меня не было чайника, вообще бы не задумывалась. 599 рублей, ну посмотрите, как будто кружево сверху. И такая ручка замечательная. Просто не смотрите, я так взялась, не очень удобно. Много вот таких вот декоративных дощечек. Мне кажется, их можно поставить, ну вот, например, на кухню, на фартук. Где-нибудь там будет очень красиво, интересно смотреться. Можно, конечно, и повесить, тут есть дырочка, но мне кажется, поставить будет интереснее. Всегда можно будет что-то поменять.
их, вот смотрите, они разные совершенно есть. Мне будет, кажется, будет красиво. 129 рублей, 139, ну, цена совсем невысокая. Вот эти баночки я вам уже показывала, здесь они тоже есть. Все-таки я на них поглядываю. А вообще, вот посмотрите, вот эти, кстати, баночки, вы все помните, я вам показывала, я их покупала. Обожаю эти баночки, просто обожаю, они классные. Вообще здесь тоже в этом магазине большая распродажа всех баночек, скляночек для сыпучих продуктов. Так что приходите, покупайте. Я думаю, что в каждой фамилии сейчас распродажа. Этот магазин находится в метро Микинина. Метро Микинина в торговом центре Вегас. Так что приходите, здесь вот эти вот с синими крышками, с морской тематикой. Вообще просто большое количество банок. Так что подо все можно будет купить. Посмотрите, какой невероятный стаканчик, перламутр называется, я нашла в отделе для ванной комнаты. Здесь 399 рублей, нашла самый дешевый за 790. Очень красивый, я прям не могу, ну очень классный. А вот остального новенького, ну ничего, к сожалению, не было, поэтому показала вам просто обзорчиком. Еще нашла невероятные коврики. Посмотрите, какие неинтересные коврики для ванной. Дальше будет такого же цвета, как вот сейчас на картинке. 1250 нашла, самый дешевый. Но мне так понравились, просто теперь вот голову ломаю, куда мне их приспособить. Это не обязательно в ванну такие коврики, они мягкие, приятные, просто замечательные. Сейчас вот еще один найду, покажу вам. Вот, посмотрите, ну разве не красивый? Ну просто классный, суперский, я вообще не знаю, просто слов у меня нету. Так что, кому нужны коврики, приходите, покупайте. Классные вообще. И на ощупь приятные. Ну, а я на этом буду сегодня с вами уже прощаться. Спасибо вам огромное, что оставались со мной до конца, что ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. И нажимайте, конечно, на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Потому что скоро уже готовится видео еще более интересное, чем сегодня. Так что до новых встреч, мои друзья. И всем пока-пока!